Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Так и нас ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещанию Богу доброй совести, спасаясь воскресением Иисуса Христа. Кто был в церкви, присутствовал на крещении, он обязательно слышал эти слова. Эти слова считаются всеми, и в церквах, и в сектах. А разбор этого предложения уже не позволил бы вольничать, как вот сектант, и любой берет и крестит, хотя никакого отношения даже к церкви не имеет. Написано, так и нас, подобное всему образу. Чему подобное? А впереди говорится, как во время Ноева потопа 8 человек спаслись в ковчеге. Ной строил 100 лет. Это долгострой. Притом стройка необычная, везде нанимают на стройку. Но кто слышал, чтобы на сухопутном месте, на сухом, строили непонятное сооружение, назначенное для плавания? Притом огромных размеров. Ведь речь идет о сотнях метров в длину. Когда был объявлен конкурс в прошлом еще веке построить корабль с самыми лучшими пропорциями, чтобы никакая буря не потопила. И первое место занял человек-норвежец. И вот спросили, как вы могли так точно высчитать? Он говорит, а я не высчитывал, я взял размер нового ковчега, просто уменьшил, а дальше надстройки и сделал, и все. Бог, самый лучший кораблестроитель, он архитектор. Он построил, дал, заходите, 100 лет приходили, нанимались люди. Особое дерево, брусья, тесать, смола, дерево гофер, из березы не надо было делать. Ни сосны. Сколько отделений, какие палубы. Что делает этот человек? Строит корабль. Для кого? Для людей. Да за 100 лет все работники по всему свету разошлись, а нанялись, пришли, ну, наемные, из ближнего зарубежья, из дальнего. Да, зачем? Мы сами лодку сделаем здесь. И я не думаю, что лодок нигде не было. Люди, живущие возле реки, всегда имеют плавательные средства. Какие-то джонки, шитики, там название маленьких кораблей. Это не пойдет. Но вот на этот раз дело не так. Есть проект. 40 дней и ночей непрерывно будет идти дождь. Твоя лодка выдержит? Она должна быть закрыта, чтобы все стекало с нее. Это не все. Но 150 дней вода будет бить источники, не надо будет скважины какие-то делать. Из земли начнет вода прибывать. А это из земли, если вода пойдет, за одну ночь озеро образуется. Озеро. И самые высокие вершины гор покроются на 15 локтей. Это осадка у него такая была у корабля, чтобы он не зацепился. Да он что, разве в Непале был? Там, где Джомолунгма, высокая гора. У Бога все высчитано. Ветер подует, и внезапно, чтобы днище не пропороло. Вот где мы сейчас сидим здесь, уровень известный какой, допустим, 1800 метров, а поднялось на себе, вот здесь 5 километров воды было, выше этих облаков. Вот здесь акулы плавали. Самое лучшее доказательство, что был потоп, это вот потеряется, и здесь лага. Вы найдите мне хоть одного человека в мире, который объяснил бы, как они происходят. Ровное место. Через 100 метров ширина уже видно, что это русло реки, оно никак не могло образоваться. Уже на 50 метров шириной, с той стороны лоб, с другой. Откуда? Гор нету, течь в воде неоткуда, вот оно рядом озеро, как оно возникло? Ну объяснение хоть какое-то есть, никакого вообще нету. А это размягшая вода, на год была земля размягшая, была под водой. И когда стало уже уходить обратно, все это вымывало, уносило. Так и нас ныне подобное всему образу крещения. То есть крещение как по своему разуму не пойдет. Только так, как Господь заповедал. Церковь, единственный ковчег. Да много же лодок было. Я верю, много. Вот сейчас затон затопляет, кто на чем плавать, кто в бане. А прокинута какая-то посудина, она на воде держится, она плавает. Это можно. Но во время, когда полгода вода, да целый год он был на воде, целый год надо было кормиться. А мы знаем, сколько скотины всякой твари попали, а чисток еще и по 7, по рубы.
такого корабля нигде больше не было. Один единственный, и все его не могут никак найти, хотя из космоса показывают на горе Арарате, в мороженый лед якобы. Итак, нас подобное всему образу крещения. Значит, церковь – это корабль, крещение – это дверь. Правильно, пока человек не крещеный, он все еще не христианин. Христианином делается через помазание, через крещение. Когда крестится, его помазывают, хрисма. Но обещание Богу доброй совести, что написано, спасает? Не обещание, а крещение спасает. Сектанты говорят, нет, крещение не спасает, спасает покаяние. Покаяние и крещение неразрывно связаны. В данном предложении прямо говорится, крещение, запятая, поясняется, что оно и спасает. Почему спасает? Да нельзя было войти в кощек никак, только через крещение. Я многократно беседовал с сектантами. Скажите, вот человек у вас покаялся, он уже прощенный? Конечно, прощенный. Но он же просил у Бога прощения, кровь Иисуса Христа омыла от греха. И вы его брата можете звать, тут сомнения, одни зовут, другие нет. А зачем вам крещение тогда нужно? Ну, обещание Богу доброй совести. Да и обещает, он когда каялся, он уже обещал, что пить не буду, наркоманить не буду. Чего обещать-то? Значит, они не могут обещать. Мы говорим, пока нет крещения, грехи на человеке. Откуда известно? Деяние 22.16. Приходит Анания, епископ, Павлу, Савву тогдашнему, и говорит, что ты медлишь? Встань, крестись, запятая, и омой грехи твои. Не медли, потому что ты умрешь по грехах. 3 дня уже ты в смертельной опасности. Первые христиане крестились сразу, немедленно. Слово «крещение» встречается в Священном Писании 25 раз, конечно, только в Новом Завете. Евангелист Матфея, 20 глава, 22-3 стих говорит так. Слова Христа. Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Ученики сразу говорят, можем. А Христос уже крестился. Что они имели? Сказал бы Христос, крещением, которым я крестился. Нет, крещусь сейчас. Гонение, поношение, распятие. Вы можете? Да, можем. А сами даже ни вопроса не поняли, ничего. Вот нас бы сегодня Господь спросил, вы можете моим крещением креститься? Ответ-то какой поступит? Страдать, переносить поношение, скорби за истину, за правду, за ближнего. Значит, нужно ответ давать, надо понимать, о чем речь идет. Матфея 1.14, Марка 1.4, и говорит, проповедуя крещение покаяния. А без крещения разве нельзя? Были такие духоборы, молока они назывались, они крещение отменили. Это духовно, это чтение Библии, это и есть крещение. Бог установил так. Близ Енона крестился, где много воды. Что там, много Библии лежало на берегу? Ясно, что речь идет о воде. Иисус зашел в воду, написано. Евнух ехал по пустыне, увидел, говорит, вот увидел воду, проезжали мимо воды. Что он увидел? Библия на полу лежит, разве? Если чтение Библии есть, они считают вода. Хотя в другом месте Слово Божие называется водой. Марка 11.30. Крещение Иоанна с небес было или от человека? От вопроса, если они не исчез никуда, его надо только возобновить. Если оно с небес, значит крестить могут только священники и рукоположные. От человека любой сектант может крестить. Вдумайся в этот смысл-то. У сектантов вообще нет крещения. Киприан Карфагенский говорит, сектантское крещение – это есть осквернение, не омытие. Вообще омытия никакого там нет. А причастие, они любой могут и причастие делать. У нас тут были такие, говорили, что любой может крестить. Деяния 1.5. Господь сказал ученикам, Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Я обратил внимание на через несколько дней. Почему не через несколько недель, не через несколько месяцев, а через несколько лет, дней? А потому что 10 дней, 2 недели даже нет. Даже на это надо было обращать внимание. Оказывается, 10 дней всего только надо было ждать. А сегодня человек прождет всю жизнь так и не крещенный Духом Святым. Вот сегодня любому из вас задать, скажи, сколько существует крещений? Ну все знают, единое крещение в оставлении грехов, единое. Не единое, есть 5 крещений. 5. И не каждый священник это знает. А мы сейчас увидим как. Деяния, 8 глава, 16 стих.
ибо Дух Святой еще не сходил ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Значит, во имя Господа Иисуса Христа без Духа Святого – это другое крещение. Это не то, что сейчас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Деяния 11:16. Петр оправдывался когда, почему он крестил уже. Тогда я вспомнил слова Господа, как он говорил, Иоанн крестил вас водою, а вы будете крещены Духом Святым. То есть самое основное, для чего Христос пришел, чтобы людей исполнить Духом Святым, Петр намертво забыл. И пошел, когда ему видение с неба, а потом говорит, я вспомнил. Приехали. Да ты для чего ходил-то со Христом 3,5 года? Чему ты учился-то? Самое главное забыли. Достигли пристани и оказалось, не знали, для чего строили, строили храм и забыли, для чего его строят. И я вспомнил. Слушайте внимательно. Вы друг друга будите хотя бы. Мертвецки спящих. Сколько лет уже ходите в храм, и все еще не научились писанию. Как только сели, так уснули. А Господь спросит, крещены были или нет. Если крещены, ты должен быть под благодатью Духа Святого. Ты каждому слову будешь радоваться. Подходит солнце, вскочи на ноги, встань. Скажи, дьявол усыпил меня, грязью мои глаза замазал. Начни себя хорить. И вспомнил я тогда это слово. А мы все еще не вспомнили. Что крещены быть и Духом Святым. Пятидесятники понимают, что заговорили на иных языках. Непонятно. Римлянам 6:4. Павел говорит, мы погребли с ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот погребатие, полное погружение у нас это есть. Слава Богу. Но ведь это первая ступенька. А дальше, выходя из воды, чтобы мы воскресли из мертвых. У нас были другие мысли, другое настроение, другая тяга. Не с неверующими мы смеялись, радовались, когда к неверующей ко мне зайдут, а когда верующий заговорит о Боге, чтобы я обо всем забыл, раскрыв рот, слушал. И ходить в обновленной жизни, это значит каждый день поступать по заповедям Божьим. Ефесянам 4:5. Один Господь, одна вера, одно крещение. Когда ни одно крещение сегодня, ни одинаково, то никакой веры, оказывается, нет. Кто будет веровать и креститься? Сегодня люди приходят, а веры никакой нет. Они знают, кто такой Христос, зачем Он приходил на землю. Колоссянам 2:12. Мы были погребены с Ним в крещении и совоскресли верою в силу Бога, которую воскресил Он Его из мертвых, Христа. То есть ты и из воды человек выходит с такой обновленной жизнью, что перед ним все опасности ничего не значит. К Евреям 6:2. Павел говорит, не будем полагать основания учению о крещениях во множественном числе. Какое крещение? До Павла. За 1600 лет назад израильский народ прошел через море. Воды стояли стеною. Но, очевидно, были испарения, вода все-таки дает 100% насыщенность, когда туман, дождь идет. И вдруг Павел говорит, и все они крестились в Моисея. Первое крещение. В Моисея! Я думаю, Павел больно поступает, толкует. Ну, я бы не согласился никогда, но так как эта книга Коринфянам принята в священный канон, я склонился. Но внутри себя думаю, Павел выдумывает. Погружение. Но ему было открыто Павлу, потому что они погрузились ниже уровня моря. Они были как бы во глубине морской. И он оттуда берет, переносит сюда. Почему? С верой в Моисея пошли, которые не верили, не побоялись, они бы не пошли. Вот так мы со Христом пошли. Из крещения вышел, новый человек, я вообще ничего не боюсь. Никак, что значит война, атомная или бациллы какие-то. Это все пустое. Самое Христос. Так, слово «крестить» встречается в Новом Завете 73 раза. Это достаточно, чтобы понять, что такое крещение. Деяния 10:48. И Павел, это Петр, велел им креститься во имя Господа. Велел! Прямое повеление. Значит, без крещения на спасение надежды никакой. Кто будет веровать и креститься, запятая, спасен будет. А не будет креститься, только веровать. Не будет спасен. Деяния 16:15. Вот уверовала Лидия, пригласила Павла и крестился весь дом ее.
Православные говорят, вот потому детей мы и крестим, что она со всем домом крестилась. 16.33. Стефан, стражник, который охранял Павла, уверовал сам, и все домочадцы его крестились тоже. Говорят, а у них детей нет, сектанты говорят. А православные говорят, детей было много. Но посмотрим исторически, как у них насчет детей было. Детей было много. Это действительно. А домашние это слуги, рабы. А было ли крещение детей? Посмотрим, было ли обрезание у израильского народа. Было. В каком возрасте? Восьмидневном. А что делали? Заключали завет. Да какой он заключатель? Она вот, вот ей, она ничего не понимает еще. Ребенок на руках. А это не имеет никакого значения. Во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. И то, говорит, прообразовало крещение, Павел пишет Колоссянам 2:16. Деяние 22:16, где он говорит, что ты медлишь, встань и крестись, и омой грехи. И 18:8. Христ, начальник синагоги, и многие из Коринфа слушали Слово Божие, уверовали и приняли крещение. Римлянам 6:3. Павел говорит, неужели не знаете, что все мы во Христа крестившиеся, смерть его крестились? Вопрос не случайно стоит. Неужели не знаете, что когда мы уходили под воду, это означает, умерли для прежней жизни? Как вышел, и сразу себе запиши, вчера у меня вот это была наклонность, и сегодня так и осталось. Вы в Потеряевке живете в великой небрежности, беспечности. Беспечность смертельная. Много места. Выхожу утром, велосипеды на улице стоят. Садки загорожены. Загорожены. Но на ночь распахнуты. Да еще то ли проветриваете, то ли еще. Скотина иногда домой не заходит. Она может все потоптать. Почему, я тебе говорю, садок-то не закрытый-то. Там же овощи все растут. Нельзя объяснить. Человек криком кричит, я беспечный. А беспечные люди, они уничтожаются Богом. Запомните это. Когда входил Израиль, пришел и доложил, там люди живут беспечно, и сразу приказ уничтожить всех. Ни одного на страже нет. Вы караульте, не будьте псами, бредящими лежа, любящими спать. Не берите пример со священников. Павел говорит, что Крист уверовал в начальник синагоги. Уверовали и наши попы. 1 Коринфянам 1:14. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Дабы кто не сказал, что я крестил во имя мое. А сегодня благодарю Бога. Я, говорит, уже Бог месяц, а уже четверых крестил. А за год я сто крестил. Любой священник хвалится, сколько я крестил. Я говорю, сколько ты перепортил этих людей. Чтобы крестить его, надо подготовить. Повторяю слова Иоанна Златоуста. Чтобы человека подготовить к крещению, надо тысячи талантов. Тысячи, не один. Это все доказывает, на все вопросы. А чтобы крестить, ни одного не надо таланта. Только быть рукоположенным, незапрещенным. Если он зашел, прочитал слова, и благодать сама там действует. Вот об этом надо заботиться. Подготавливать к крещению. У нас еще будет крещение 29-го. Отложили на 3 недели. Попросили нас, приезжает к нам в гости священник, отец Иоанн. Хочет посмотреть. А мы вопрос зададим сразу ему. А ты сам крещенный поп или нет? А то у нас тут попы приезжают креститься. Мне это неудобно, а вы уж подойдите, спросите. Вода хорошая у нас, экологически чистая. 1 Коринфянам 1:17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Вот так бы сказали хором, семинаристы заканчивают и говорите, Христос послал нас не крестить, а благовествовать. У них язык заплетаться начнет. Они будут говорить, послал нас крестить, а не благовествовать. У них язык сразу так будет говорить. За 2000 лет ни разу вот это не взяли в программу, что Бог послал не крестить. Крестить можно в один день целую страну, как Грузия крестилась от одной Нины. 1 Коринфянам 12:13. Все мы одним духом крестились в одно тело. А что такое тело? И тело его есть церковь. Так а тогда сектанты крестятся. Ни тело, ни церковь. Так а у них хорошо, они наркоманы, бывшие, теперь не наркоманят. Хорошо, молодцы. Уже кандидаты в космонавты. Но он не только, только не в рай. Церковь – тело. Вне тела нет жизни. Нет. Нет и никогда не будет. Мы крестились в одно тело. Одно. А это другое тело, которое строит свой алтарь, составляет свои молитвы. Прислали мне книгу
подарили. 436 страниц. Называется «Православие». Прекрасно оформлено. Я принесу на занятия. И называется «Полная энциклопедия». И человек, священник, патриарей, говорит, я пользовался книгами, я посчитал вчера вечером, закончил. 33 книги он использовал. 10 книг только про иконы. 4 книги про то, как готовить в посты кушанье. Разные. Только не написал, как из соловьиных сердечек приготавливать. Все! Там никакой пасты не надо. Какие кушанья старинные? Квасы разные. Дальше. Как храм устроен? Об иконах-то ни одного слова нет в Новом Завете. И 10 книг, это огромные книги он использовал, и вся книга в одних иконах. И 35 тысяч экземпляров. Это по всей стране разошлось. Благословение, там евлогия Владимирского, архиепископа. Сколько же людей они перепортили? Объясняют, что такое крещение. Ну, думаю, наконец-то. Везде всегда писали крещение, это тогда, когда человек троекратно погружается. Никогда по-другому не писали. Они не крестят, но а здесь пишут. А вот человек крестится, а иногда так голову наклонит и водой поливает на голову. А дальше начинает пояснять. Крещение, мы умираем, мы скрываемся в воде, а я сразу, ну как ты скрываешься на кафельном полу? И дальше опять. И вот как человек убирает со Христом, выходит из воды, ну голову ты поливал. Он на это объяснение никакого не дает, а просто написал, как говорится, свою грязь, клемму поставил и все. И это во всем мире такое. Это полное, абсолютное отречение от учения Христова. Какие перед нами огромные труды стоят. Думаю теперь найти этого человека, священнику, написать, и написать, может быть, жалобу даже патриарху. Идет отравление, разрушение России. Я не нашел ничего, что как спасить. А рождение свыше главного. Кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие. Ни одного слова нет. Вообще нет. Причина какая? Он не знает, он не рожденный. Он книжки, он иконы знает. Как к иконам подойти, с какой стороны, как свечки ставить. И на обложке, что женщина ставит много свечей, и она ставит. Он больше ничего не мог придумать. А свечи только про свечи ни одного буквы-то и нету в Священном Писании. Вообще в Библии нет про это ничего. Хотя мы это принимаем. Но чтобы чистое было. Кажется незначительно, а на самом деле через слово о крещении мы можем очень многое сделать. Свидетельствуйте людям. Говорите им, что вот нас Господь сподобил иметь правильное крещение, крещение в озере. Мы к этому подготавливались, молились, давали обещания, вышли и забыли. А если человек ничего не делал, этого не знает, не помнит, за ребенка дают обещания. Как за него давать-то? Это вообще выдумка одна. За ребенка дают. А он вырастает, он даже не знает, крещен или не крещен. Истинное крещение тогда, когда человек всем сердцем поверен в Господа. И крестить детей, я думаю так, уже ни на чем не основано, на опыте только. Только у тех, которые сами глубоко верующие, которые дают чуть ли не подписку, что воспитывать детей будут строго в христианской православной вере. Аминь.